вот Джакти, что далеко не ходить, я решила записать сегодня пару видосов. У меня был там запрос недавно на канале на тему моих косметических хотелок. Я надолго зависла, потому что на самом деле у меня нет косметических хотелок, у меня нет такого, я даже не знаю, вот я хотела посмотреть видео специально на ютубе какие-нибудь на эту тему, но что-то руки так и не дошли. То ли это не дело первой важности было, то ли еще что-то, но запрос я решила все-таки записать. Я так поняла, что ожидалась от меня болтология какая-то в мечтах. Могу сказать одно, вот когда-то давно я хотела, у меня даже, возможно, ВКонтакте до сих пор в информации там где-то висит что-нибудь такое, типа, что мне дарить на день рождения, да, вот в таком стиле, и не только на день рождения. Короче, одно время я хотела полностью собрать линейку Элизабет Арден, духи у них были, или туалетная вода, чайное дерево или как-то так. Я помню, что там было медовое, лаванда, еще что-то. Ну, у меня было только чайное дерево в двух или трех вариантах, вот как туалетка, парфюмерка. Я точно уже не помню, потому что я хотела, конечно, посмотреть в интернете, сколько сейчас вот они их видов есть. Но я так, кажется, не собрала. Я заказывала в свое время на Клубнике, когда он был еще такой не русский сайт, и там можно было заказать, и что-то приличное приходило. Я не знаю просто, что сейчас как там, но тогда не было какое-то ограничение на минимальный заказ. Если заказывали парфюмерию, то только можно было или доплачивать за парфюмерию, за то, чтобы за парфюм там, за доставку, или просто в довесок, чтобы была бесплатная доставка, можно было заказать что-то не парфюмерное. Помню, тогда гель какой-то заказывал, или тень, или еще что-то такое, ну и себе, и тому парню, в смысле, какой-нибудь там из знакомых, подруг. А еще я хотела тоже на Клубнике заказывала собрать всю линейку мой Морган. Морган Детой, я его так называю, но вообще на самом деле это Морган Детой. Морган для тебя есть мой Морган, есть Морган для тебя. И всей серии у меня был только, я еще девчонкам разным своим тогдашним подружкам заказывала, был зелененький, голубенький и красный. Красный у меня был, он до сих пор есть, 100 мл. У меня было два флакона по 35 мл, один флакон по 60 мл. Себе заказывала его девчонкам. Он напоминает цветочная диско, красный оригинал и фрашевский. Вот этот именно, не в том плане оригинал, что вот не лимитки какие-то, а именно красная цветочная диско от Ифраше. И он мне очень нравился. И он мне, в принципе, и сейчас нравится, он стоит, есть не просит. Потом я всегда, у меня была какая-то там скидка, я попадала стабильно на какие-то распродажи. Я помню, мне 100-граммовый этот 100 мл флакончик достался вообще за какие-то копейки, что-то не за 200 или 50 рублей, или за 300, как-то так. Потом у меня был голубой, я покупала его в Рыбинске, в Калине, в магазине. Первая моя покупка в магазине Калина как раз тут в Рыбинске, когда с девчонками ездили на шопинг-тур, как я поняла. Я тогда думала, что погулять, оказалось, по магазинам погулять. И голубой у меня, может быть, даже еще живой, а может быть, кто-то выпросил подарить. Я, честно сказать, не помню. Конечно, можно заглянуть в мою полочку и глянуть по этим духам. Возможно, он все еще живой, этот голубой, кажется, он пах ванилькой. А зеленый у меня был, и он такой, 65 мл, был такой флакончик по типу, как вот, гитара или женский силуэт, да, вот, без головы, без плечи и нижняя полушария мозга. Так сказать, талия. И там вот, допустим, в районе талии человеческой, где у людей пупок, скажем так, там вот именно вот такая выемка была, и маленький стразик был, возможно, там какой-то камушек. Зеленый он такой, мне почему-то он немножко укроп напоминал. И сначала он мне очень нравился, а потом у меня кто-то его выпросил, и так с концами ушло. И вот хотела в свое время собрать линейку именно Элизабет Арден, этот зеленый чай, всякие разнообразия. И мой Морган... Всю линейку я даже смотрела в интернете, что где есть, там где можно заказать. Ну, чаще всего там где-то половина была вне доступа или как-то так. Я еще заказывала одно время на духи РФ у меня. Там я заказывала ту Dolce & Gabbana Blue Light или Light Blue, все время путаю его. И там же все время пыталась выловить этот мой Морган. Но что-то как-то у меня не сложилось, а потом я как-то забила. И как мне в комментах написали, то, чего я хочу, но и у нас не продают. Ну, допустим, у нас в городе не продают, но сейчас только такое обилие сайтов всяких, что при желании можно это заказать, если захочется. Но вот у меня чего-то такого, что, о, я хочу вот это, у меня такого нет. То ли у меня просто сейчас приоритеты какие-то немножко сменились, и, ну, не надо мне это. То ли потому, что у меня сейчас эта полка духов всяких разных, разнообразных, и которые мне там дарили, которые я еще год назад покупала в Фраше. И подписчики дарили, и вообще, ну, как-то сверху дофига, можно сказать.
То ли еще что-то, ну вот, может, потому что я просто не бьюти-блогер в том понятии, что вот не крашусь я там, не марафетюсь. До сих пор путаю эти хайлайдеры и тому подобное, зачем, почему, хоть не объясняли, что куда наносится и чем замазывается. Но вот именно бьюти-хотелок, этих косметических хотелок у меня нету таких. Так что, наверное, я вас разочарую в этом плане. Ну и, скорее всего, видео короткое. Там мне еще сказали, ну, мне кажется, это один и тот же вообще человек, возможно, пишет. Или два человека, у меня два таких просто было. Сначала мне там, как бы, я тебе сделаю, а потом, ой-ой, это все не так. Сначала, ну, как бы, мы не знаем, что тебе слать на обзор было сказано, и вот этот запрос. А потом не считай, что это заказ. Я понимаю, что это не заказ. Я как бы не воспринимаю ваши запросы, как, Лёля, закажи нам что-то. Вот мне, допустим, посылку сделала подписчица, у меня такое ощущение, что она меня настолько изучила, что просто вот там было все, все, что мне могло либо понравиться, или как-то так. Вот, допустим, Лена, вот там такая огромная посылка, огромный, наверное, видос, это в конце прошлого года было. Я к тому, что, мне кажется, если человек хочет сделать кому-то подарок, он делает. А если нет, там хоть заказывай, хоть не заказывай. Вот такие дела. Ну и всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, я кого-то там что-то все-таки полезное выдала кому-нибудь. И всем пока.